Хорошо? Еще чуть-чуть. Хорош. Все нормально. Ром, иди нажми кнопочку. Сейчас, погоди, водитель выйдет. Не будем рисковать водителем. Ну за габарит не выходит. Ну поехали, что ты спишь? Да. Там эти поубирали из-под колес шнурки и всякую штукенцию. Тихонько так. Даже можно ремонт крыши делать, если что. Положил перекладину, там шлифовать либо. А сколько длина Шкоды? 5 минут. А? 4 с чем-то. Может, попробуем эти вытянуть? Чем? Ничего не надо. Ну все, поднимай назад, что там. Дальше. А ну давай на упоры. Давай поднимай выше, чтобы мы типа на упоры поставили. Оп, хорош. Зачем так до хрена? Да ну ладно, так сильно мне. Вот так, да. Все четыре? Ну, а теперь майнай на упоры. Ну все. Ну все. Никто не пострадал, значит все, все зашибись. Давай, да. Вов, тут ты поправил, да? Нормально. Оп, хорош. Все, можно съезжать. Походу она тут останется. Что? Походу она тут останется. Да не.